Здравствуйте. Итак, мы готовимся отправлять в Швецию нашу Тилансию. Мне помогает наш помощник. Он нас стесняется. Я первый раз отправляю посылку. Сейчас мы попробуем. Я уложила толстый слой газеты на дно. И сейчас мы будем заворачивать наши растения. Итак. Я положу и несколько вот таких вот блоков. Блоки у нас должны зайти, но в крайнем случае, если не зайдут, нет, заходят. Еще вот такой вот блок. Как вы видите, он очень удобен для мини-орхидей. Можно посадить и сюда. Можно посадить и вот сюда. Они помещаются прекрасно. Сейчас я буду располагать растения. Итак, мы обернем нашу тилансию. Немного влажный мох, но я не думаю, что будет какая-то проблема. Так как я не буду заворачивать его в пластик, будут только газеты и бумага. Мы завернули бумагу, как я уже сказала. Еще один слой будет из газет. Еще один слой из газеты. Немного. Итак, я сейчас помещу все это в коробку. Как бонус пойдет маленькая детка дендробиума, мини-дендробиума нобеле. Как раз его вот можно и посадить на такой блок. Мы тут шуршим газетами, потому что я хочу, чтобы растение не болталось в посылке. Кстати, может быть, и я не все правильно делаю, но посмотрим. Я сейчас заверну и вот этот кусочек дендробиума. Итак, я обверну корешочки у дендробиума. Как мне сказали, в Швеции еще нет морозов. И дендробиум он выдержит такую поездку, так как он сейчас впадает в спячку. И еще один слой мы его заворачиваем аккуратненько. Вот так вот. Он и холод выдержит прекрасно. Мы его положим вот так сверху. И опять слоем газет я заверну. Итак, мы упаковали наше растение. Осталось только подписать и отправить. Спасибо за внимание.